Всем привет, меня зовут Алексей, мы продолжаем играть Need for Speed, и мы отправляемся к Ману, будем выигрывать Дрифт Заезд. Дрифт Реал, точнее. Отправляемся, игра получила какое-то маленькое обновление, появились какие-то новые иконки. Еще странность, я заметил, что автомобиль чуть-чуть по-другому начали управляться. Это мне как-то удивило, вообще. Может быть, да, это так управляется, но я еще на дрифт автомобиль не ездил. Вот сейчас посмотрим. Но на автомобиле давай, под чувак, гонки заточенном почему-то как-то лучше управлять стало и не дрифтит в поворотах о нас. Вообще. $80 000, вы чё? Я вообще наберу такую сумму? $10 000 набрал, хорошо, здорово. Блин. Да, трафика. Как будто тут нет трафика. Да, вообще, дрифт у меня вообще не получается, конечно. Надо просто разогреться, наверное. Просто так не получится, это дрифт. Да, и не наберу я эти $80 000, конечно. Очень жалко будет. Если не наберу. Блин, ну не тут же. Она же должна скользить. Подольше. Такой зацеп не должен ее уж быть. Сколько? $10 000 хоть набрал, или я не знаю. Блин. Мне придется перезаехать заново. Это точно. Ну. Чё она так управляется, непонятно. Ну, по встречке еще кто-то едет. $50 000, какая контрольная точка уже. Опять, блин, а, ну ж, я вообще корявый дрифтер какой-то. Из меня дрифтер, блин, я не знаю. То ли мощности машины не хватает нормально дрифтить. Вот некоторые моменты она дрифтит же. Даже не понимаю, в чем проблема может быть. Еще 3000 набрать мне. Ну, неужели нельзя было проехать нормально этот поворот, ребят? Да ведь. $78, еще 2000 нужно набрать. Все, набрал. Вот это что? А, еще и врезался. Да. Ну, я ездить умею, конечно, в дрифте.
новый уровень. Новая деталь какая-то доступна. Ну что, кому отправляемся мы? Я знаю, что тут есть. Тут есть поучаствуйте в гонке с Робин. Это гонка, что меня вот дрифтуй. По дрифт соревнования перемещаемся. Опять чертов дрифт. Вообще дурацкий дрифт, конечно, в игре. И в то же время автомобиль скользит, и в то же время супер какой-то огромный, эй, она тут звякнули. Момент истины. Сцепление это имеет. Будет жестко. Серьезно, это будет отпад. Кен, скорее всего, уже там. Тоже скоро подкачу. Увидимся, дружище. Хорошо. Трудно в соревновании по дрифту. Ху! Давай начинать. Погнали! Да, конечно. В тебя обязательно кто-то должен врезаться. Какой-то бот. Ну ладно, пускай отрывается. Нет еще. Нет, все равно. Блин, главное вовремя приехать успеть. Блин, ну этот поворот я вообще, конечно. Ну, резко вправо, резко влево, блин. Да, это мучение вообще, конечно. Вот это... Этот, откуда поворот, черт возьми, вообще вышел он? А, просто круговая контрольные точки, блин. Ну ладно, хоть так. Я думаю, какой-то ужас будет. Вот я ненавижу таких ботов. Вообще ненавижу. Ну! Я вот не понимаю, специально что так игра делает, трафик вот в ненужном месте обязательно. $60 000 хоть набрал, опять криво как-то. Блин, ну... Да, я сделал опять корявый дрифт, и я сделал, хоть все равно, хоть там трудно было написано. Фу! Опять от копов нужно удирать. Блин. Ну вот отстань ты же, коп, чертов, а. Ну
Ребят, мне вот интересно, зачем эти ребята сказали, чтоб копы к ним приставали? Вот скажите, как я на дрифткаре от них должен оторваться вообще? Да. А чё коп-то не убился-то? Да, этого еще не хватало. Блин, чертов дрифткарты, а? А тебе хрен сейчас уйду от полиции. Ну, хоть ушел. Есть. Да. Ну чё пибикаешь ты там, а? Почему так камера близко? Фу. Так, поехали дальше. 322 километра в час у нас есть. Ману стиль. Вот тут дрифт. Ну давайте. Активнее пытаться вас остановить. Спасибо за подсказку. Трудно, безумный блок. Да, давайте его сделаем. Блок. Опять с корявым дрифтом мы его сделаем. Погнали! Отлично, погнали! Что ты за мной повторяешь-то, а? Блин, ну ты дурак, нахрена ты мне звонишь? Блин, ну чё не дрифтила она? Как надо, а? Вот она в дрифт пошла, когда не надо. Блин, а? Какой-то чёртов отбой. Ну, не может быть у такой машины такое прям бешеное сцепление возникать. Ну, кончай дрифтить уже, когда не надо. Ой-ой-ой. К чертям 8000 потерял, да? Но опять 6000 потерял. Грёбаные баги, убить готов игру, честно говоря. Где этот кенблок? Он уже удрал, что ли? От меня. Зараза такая, а? А,
сохранились 11 тысяч, ни хрена себе. Сейчас хоть лучше еду, наверное, я трассу знаю хоть. Так, погнали. Ну, вот удивляюсь я, вот вроде вправо поворачиваю, он хрена ли влево поворачивает. Еще 15 тысяч. Ну, да, мне бы вовремя доехать, блин. Ну, как передача взяла, сбилась, да? Ужас полнейший. Вот чё он так резко? Ну, нахрена так резко поворачивать? Ну, ой. Что за ребята, вот мне интересно, придумали физику-то, а? Я куда вот заехал? Ну, тут срезать можно. Я не знаю, 35 секунд успеешь, что ли, что-то сделать? Грипп машин бы мне здесь. Так, я успею. Да! Да! Я сделал это! Я сделал это в чертово блок еле-еле! С корявым дрифтом. Фиш звонит. Эй, это Фиш. Виделись, когда ты к Робин подходил. Слышал, ты не особо по телефону болтать любишь. Уважаю. В общем, я направляюсь в Южный порт. Подъезжай, резину пожжем. Хочу твоим мастерством сам полюбоваться. Бывай. Ну, вот Кен блок звонит. Эй, братан, Кен на связи. Не хочешь в бункере встретиться? Есть что обсудить с тобой и Ману. Увидимся. Давай, увидимся, че. Так. Что тут у нас появилось? Так, опять дрифт по соревнованиям. Лонгхорн можно отправиться. И к Мэнни. В бункере, а, блин. Вот значки поменялись. Раньше вот нормальные значки, вот желтые, я хорошо замечал. Теперь какая-то иконка. Желтая иконка какая-то на сером фоне. Вот.
Ни хрен эту иконку найдешь. Поздравляю, это было круто. Ладно, погоняем еще. Ладно. Давай. Кен, пошли, покажу видос от Риски Дэвил. Ты их знаешь? Ага. Пойдем. Эй, слышали? Mm-hmm. Кен меня на разведку берет. Я Хуниган. Ух ты! Ух, красава! Да. Ну как оно? Вы вышли на лучших, ребятки. Mm-hmm. Мы справились благодаря ему. А ты благодаря нам, да? Да, да. О, все, бежать надо. Навстречу судьбе и фортуне. Да. Навстречу судьбе и фортуне. Да. Так. Что нам дали, Хуниган? Вы стали иконой стиля. Иконы стиля стал. Ладно, это закончим. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.